Всем привет, дорогие мои зрители. Все-таки я решила, очень сразу извиняюсь за это лицо. Лицо у меня просто бомбалайла, так сказать. Я решила все-таки... Ой, чуть не упал. Я все-таки... Ой, какой плохой свет. Я решила все-таки попробовать загрузить вам видео, потому что мы долго не видимся. Загрузить вам видео, просто маленькое такое, с обзором нашего отеля, где мы живем. Все видео будут потом. Но сейчас просто посмотрите хотя бы маленький этот кусочек, чтобы мы от вас никуда не пропадали, ну и вы нас не теряли. Поэтому видео без монтирования. Просто вот как и есть, как сняла, так оно и будет. Ну, попробую сейчас загрузить вам. Вот такая у меня физиономия. Все обгоревшее. Все тут заплывшее. Хочу предупредить, друзья, кто случайно смотрит наше видео и будет собираться на Бали, мажьтесь с кремами. Мажьтесь с кремами сразу, прям в первый день, потому что обгораешь так, что солнце прям... Я не думала. Я вчера постояла в воде там 10 минут, и все, и сразу быстро под зонт, а сегодня уже хоп-па-па, и я вся... Горю, утром проснулась, у меня вот это все вот так заплыло, вот так, блядь, вот так. Вот так заплыло, вот так, и все, и я еле-еле раздуплилась. Какой красивый мост. Последний день на этой вилле. Забыла снять совсем вот это. Ира, ты как школьница. Да, не говори. Ира подскользнулась на камнях и свалилась, и побила коленки себе. Ничего, заживет до свадьбы. Мы сегодня переезжаем в другое место отдыхать. Здесь побыли 4 дня, теперь переезжаем в другой отель. Я приболела, обгорела, и у меня морда заплыла. Не хочу показывать себя, потому что глаза заплыли. Ну, может быть, сейчас рискну показать. Такой мост у нас виден с нашей виллы. Вилла у нас хорошая была, но мы брали ее на 4 дня. Хотим просто посмотреть немножко мест. Едем теперь в другое место. И сняли уже другую виллу тут. Сегодня еще пойдем погуляем. Ну, а завтра переедем. У нас такой есть душ. Ржавая такая это. Ну, красивая. Опа! Опа! Классно! Можно тут... О, можно мою физиономию примочить холодной водой. Холодной водой. О. Ира, кому пишешь любовные письма? Греку? Сыну. Сыну? Он полетит из Тайваня до нас. Я пытаюсь, когда точно, бо я уже забыла. Да, у нас пятый наш турист улетел в Тайвань. Там уже 4 дня. Где он там еще, Ира, был? Гонконг? Там два... Ганой еще. Ганой, да? День, да? Да, присоединится к нам уже через... 2 дня. 2 дня. Первый валится, отдыхает, второй отель резервирует. Я тут хожу вся опухшая. Ох, какой, ой, какая это. Оп-оп-оп-оп. Пчела полетела. Пальмы шевелятся красиво. Как... О, ветер, да, задувает. Что там такие? Что ты там забыл? Коль, готова? Да. Да. Самый главный наш турист. Все нам делает. С Ирой. Ира тоже там с самого утра ищет отели, бронирует, резервирует. У нас разделение труда. Один лежит, вторая опухша. Опухшая ходит. Третий и четвертый у нас занимаются резервацией. И так далее. Вот здесь можно полежать. Вот если, допустим, надоело тебе в спальне. Это Ирина спальня. Вот такая. Ну, у нас такая же самая, одинаковая. Вот. Если, например, надоело в спальне лежать. Вот так лежишь, тут смотришь.
туда. Ой, друзья, как меня все печет. Здесь такая есть шатна, то есть раздевалка. Здесь туалет, ванная. Здесь включу. Вот так вот. Здесь моя... Мой фейс запухший. Глаза вот так прям вот так. Вот сюда же тут все заплыло. Ну, здесь такой туалет. Вот. Кондиционер есть. Здесь такой вид с балкона. Все в пальмах. Много зелени. Очень много зелени. Это я уже видео снимаю на третий день. Что-то первые два дня приехали. Я совсем не до видео мне было. Здесь такая ванная. Можно напустить. Вот такие есть эти. Ну, это горячая, это холодная вода. Отсюда бежит ручеек. Можно напустить. Ну, бассейн есть, никто напускать не будет. Красивая картина очень. Хочу домой купить такую. Ира уже одну купила, даже две. А я вот все никак. Ну, куплю себе вот такую, хочу такого плана. Потом, когда уже буду дома, одной моей подписчице покажу свою новогоднюю елку. Ну, а кому будет интересно, покажу. Это стекло, кстати. Я что-то думала, что это не стекло, так как пошла и лбом туда, бабах. Вот. Все из натурального. Вот, все. Натуральный мрамор, камни, натуральное дерево. Даже вот там вот... Сейчас вылезу. Даже вот здесь натурально есть такая, такого камня, такая вот хреновина. Сюда можно что-то положить. Вот, натуральный камень везде. А главное, птички. Как они утром поют, а вечером как поют. Вот, выходишь, например, можно здесь полежать. Ветер сильный, я телефоном снимаю. Можно полежать. Если, допустим, надоело, можно постоять. Вот такой вид у нас. Ну, я уже неоднократно снимала, но это более такое развернутое со словами. Здесь тоже, но здесь никто не сидит. Вот мой номер с Колей. Тут, конечно, у нас бардачок. Вот так вот. А, вот так вот. У нас более все разбросано. Такая у нас есть ваза. Длинная, красивая. Она деревянная. С такими штучками. Да, у нас тоже есть крышка, но, видимо, крышку уже разбили, поэтому стоит без крышки. Картина у нас вот какая, друзья. Тоже красивая. Ой, как я себе хочу купить какую-то картину. Но они все, я уже смотрела, они все большие и неудобно в самолете вести. Надо только вот эту всю рамку обрезать и просто так сворачивать. Потом везешь и дома уже делаешь рамочку и ставишь рамочку. Ну, у нас тоже ванная такая. Вот здесь туалет, здесь я, вот, и тоже вот такой вот бардак у нас. Ну, в общем, так, шарфик купила в Абу-Даби, шелковый шарфик, вот такой вот шелковый красивый шарфик, думала, я его буду накидывать там, то все, ага, какой накидывать, жара такая, что... Что вообще капец. И вид у нас топовый тоже. Покажу еще. Купила своему внуку. О, такие вот. Любит у меня он расставлять по цветам всякие фигурки. Мальчик у нас немножко такой своеобразный. Поэтому купила ему разные... Ну, у меня их два внука, вообще-то, если кто не знает.
бардак, не обращайте внимания. Вот. Потом купила подарок. Это мыло. И на магнит. И магнит такой, вот если прицепить куда-то там. Куда-то. Хочется многим моим подписчикам купить подарки. Чисто. А, ребят, вот еще купила шоколад с этим. С дурианом. Но я его съела. Блин, как мне нравится, какой вкусный. А привозила на работу своим подчиненным. Там, короче, еще моим родственникам привозила, дочке своей. Никто не ел. Все мне потом поприносили. Например, на работе пришла, угостила там. Ну вот вам, это я прошлые разы, когда в Таиланд летала. Следующий день приходит, говорит: Светлана, извините, конечно, мы вам отдадим, потому что все равно никто из нас не будет это есть. А что же оно у нас будет валяться? Выкидывать не хотим. Если вам это нравится, мы вам отдадим. Я говорю: давайте. И я с удовольствием съела все конфеты, мне очень нравится. Потом, вот такие штучки купила я, тоже на подарок. Засовываешь туда такую тычинку и пахнет. Руку тоже штучка такая. Ой, друзья, я, может быть, это видео сейчас выложу. Просто хоть какое-то видео выложить с Таиланда, с этого, с Бали, без монтирования, без музыки, без ничего. Ну, посмотрите, в основном мои подписчики посмотрят постоянные. Если кому понравится, напишите, как вам видео такое без ничего. Еще купила шарфик. Если меня сейчас смотрит моя одна подписчица, которая живет... Ой, сори, пардон. Ребята, купила вот такой шарфик еще себе. В стиле, индийском стиле. Мы уже думали, сыры, можно его использовать и как этот... Как, сейчас, подождите секунду. Как скатерка. Вот смотрите, какой. Как скатерть. Мои подписчицы, которые живут в Европе, постоянные, по-моему, Волокитина. Я сейчас не буду смотреть, для меня сложно, очень плохой интернет, и очень сложно смотреть фамилии. Подписчицы, которые... Диана с Регенсбурга, мы познакомились, и там Волокитина, по-моему... Светлана, или не помню. Напишите мне просто плюсик, кому нравится такой стиль, я куплю вам и подарю чисто от своей любой точки мира вот такие вот шарфики. Но они как идут на стол, можно, можно, но там очень красивая вот такая вот структура и очень красивые орнаменты. Его можно носить как, например, вот такую юбку. Ну, я не знаю, как показать, мне неудобно. Вот. Ну, короче, напишите плюсик, просто плюсик. Кому понравилось, я всем куплю. Только тем, кто живет в Европе, чтобы было удобно и просто легко вам это переслать. И это будет наш небольшой такой маленький сюрпризик. Не стесняйтесь, просто плюсик пишите и все. Так, ну что, я попробую загрузить наше видео в небольшое. А все остальные видео, которые... У меня практически не готово, потому что я их монтировала в самолете. О, ручка, смотрите, какая ручка. Я его даже не буду обрезать, это видео. Просто вот как есть, так вы будете его и смотреть. Монтировала в самолете, они у меня готовые. Там, конечно, приколы есть. Коля приколист, там кони мочит. Может, вы в шорсе видели, что он там вытворял в этом аэропорту. Это все уже вы увидите, когда мы прилетим домой. Попробую загрузить сейчас хотя бы это маленькое видео. Если получится. Но не получится, тогда вы его увидите уже, когда мы вернемся. Мои дорогие зрители. Смотрите, какие эти маски. Может быть, шумно будет. Ну, извините, я с телефона снимаю. Вот такие. Вот, обгорело просто. Просто, ось, смотрите, какой прям лобешник весь. Прям покрылась таким. Вот такую всю запухшую, блин. Наши друзья, дорогуси. Наши друзья, дорогуси. Передайте так всем привет. Я попробую видео загрузить. Всем огонь, привет. Я влюблена в эти картины. Влюблена, ребята.
Да, конечно, контраст. Ну, первый раз на Бали, поэтому для нас все интересно. Мы сегодня едем на одну экскурсию, на одну, в один храм. Ну, это вы уже увидите потом, когда я выпущу полноценные ролики с музыкой. Вот еще такой. Все дерево здесь. Кому интересно, напишите в комментарии название. Это, кто захочет узнать название. О, это что такое? Почекайте. А, это туалет. Раковину вам покажу. Стоп, ребята. Во, смотрите. Смотрите, какая раковина. Это дерево. Дерево на таком дереве стоит. Смотрите, какой класс, прикол. Вот, даже подложка под этот, ну, под дерево, короче, под мыло. Вот такая деревянная подложка. Здесь все из дерева. Вот, картинки такие классные. Вот такой туалет. Еще у нас тут одна комната есть. Сейчас я ее закрою. Друзья, без монтирования будет видео, без музыки, без ничего, короче. Кому понравится, напишите в комментарии, если вам нравится такой стиль нашего обзора. Ой, вот. А запах тут какой класс. Ну, здесь никто не живет, естественно, потому что мы... Ну, здесь тоже ванна, туалет. Потому что мы живем вчетвером сейчас. Я повторяю, что пятый наш турист улетел в Тайвань. Вот такой красивый. А самое главное, что огромные кровати. Реально большие. Вот. Сейчас я сюда ляжу. Ой, не хочу им... Это, тут никто не живет. Ну, не, ну, мы за это заплатили. Но не хочу им, пусть меньше убираться будет. Вот. Все, друзья. Я с вами прощаюсь. Попробую загрузить это видео. Извините за шум. Извините за немонтирование. Извините за мой... Вот это мое лицо. Просто напишите в комментарии, если вам понравилось. Подпишитесь, кто не подписался, кому интересно. Поставьте лайк, кому понравилось. Ну, с вами Любая Точка Мира. До встречи в следующем ролике. Входные наши двери, кстати, вот. Вот так вот выходишь. Вот, и тут еще есть два этих вот. Два входа в другие виллы. Они рядышком. Тут три виллы одного хозяина. Они находятся вот большой такой забор. Этот такой каменный большой забор. И нам практически вечером ничего не слышно. Ну, им не слышно нас, и нам не слышно их.